Привет, мои хорошие, с вами Силиана Свей, и сегодня я хочу с вами поделиться своим способом ровно за 3 минуты делать офигенную укладку. Для этого нам понадобится расческа, хотя можно и без нее, хотя лучше с ней. Я не могу найти свою крутую расческу, поэтому она такая не крутая, я не буду ее слишком часто показывать. И нам понадобится плойка. У меня плойка Дювол, я ей полностью довольна, я обожаю, что она такая широкая, и мне нравится, что она без всяких защипов и зажимов, она действительно очень удобная, и ей еще быстрее делается. То есть я вам говорю, как за 3 минуты с обычной плойкой, а у меня будет целых 2. Итак, нам нужно ее нагреть. Я обычно нагреваю. Чтобы у нас быстро все крутилось, конечно, лучше побольше. И я сделаю на 200. Вот, будет она на 200. Мне очень нравится она, потому что она очень быстро греется и также быстро остывает. У меня давным-давно было не видео. Теперь мы расчесываем наши локоны. Так. Наши локоны расчесываем. Еще не локоны, просто волосы. Я стараюсь быстрее махать расческой, чтобы ее не было видно. Еще удобно в этой плойке, что здесь прям написано, до какого момента оно все нагрелось. Вот уже 191, 192, ну, в принципе, можем начинать. Значит, мы расчесали наши волосы, и нам понадобится только передняя часть. Вы не представляете, как передняя часть может изменить весь образ. Передняя часть. Фасад. В общем, на самом деле этот способ мне рассказал, даже не рассказал, а сделал один мой знакомый парикмахер, когда мы собирались давным-давно на какую-то вечеринку. Он говорит, дай мне 3 минуты, я тебе сейчас сделаю красоту на голове. Он использовал, конечно, утюжок, но можно использовать утюжок, кто умеет крутить, да, у меня есть и утюжки, но мне больше всего нравится вот эта вот широкая плойка. Итак, мы берем первую прядь, и самое важное, это вот эти пряди у лица. То есть мы от лица делаем вот такой завиток. Отпускаем. Видите, да, красота получилась. Теперь мы берем следующий локон за ним и крутим его чуть-чуть пониже. Эти облака, фиолетовая вода. Так, подержали какое-то время. Отпустили. Так. Следующий, третий локон мы берем и делаем его совсем внизу. Отпускаем. Теперь мы даем немножечко остыть нашим локонам, чтобы они закрепились. Можно даже расчесать. Смотрите, что у нас получается. В чем фишка? Фишка в том, чтобы сделать плавный переход. У лица мы делаем такие яркие выраженные локоны, да, более длинные. Потом мы спускаемся вниз, 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 для того, чтобы сам последний локон прям слился с нашими остальными прямыми волосами. Фишка в том, что мы делаем всего 3 локона у лица, и образ получается и законченным, и нарядным, и красивым. И действительно, каждая девушка, идя в школу, на работу или еще куда-то, может параллельно быстренько включить плоечку, пока она нагреется, и быстро сделать себе у лица вот таким вот простым способом 3 локона. Делаем со второй стороны. Точно так же даю немножко остыть, им зафиксироваться, пока они горячие еще. Лучше их сразу не расчесывать. Да-да-да. Вот, все, они остыли, можно их расчесать. Все. Смотрите, какой у меня укладон. Спереди кажется, что у меня вообще просто мега-супер укладка, да? И эти кончики, они прям вот дополняют как нужно. Все, и побежали красиво с укладкой. Мои хорошие, надеюсь, мое видео было полезным, интересным. Вы реально теперь за 3 минуты можете стать супер-мега красивыми звездами, супер-мега укладкой, которую делают только в салоне. Но вы ее делаете сами и можете поэтому выглядеть каждый день хорошо. Хорошо и ухоженно. Все, мои хорошие, надеюсь, было вам полезно и мое видео было интересным, поэтому подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Я с вами прощаюсь до следующего видео. С вами была Силиана Свей.